Какие роллы? Вот тут Олег говорит, мне надо. Ох уж этот Тимур. Фиг вам. А лучше кубику, считай, надо отдать тебе, ставишь и 9. Дерево оправдывает свои запы, которые он за ГП забирал. Чисто. Еще одни заберу, чё нет. Смотри, сразу сколько желающих появилось, а? Так, он пришел, да. Кстати, если бы не эти запы, то я бы уже печеньку забрал. Неа. Они ж тебе 150-ка обошлась. Куки, да-да. Куки, сукубик. Давайте флэрбал, господа. Вообще бал тут не наблюдаю. Хотя да. Пих, у меня такие запы есть. Мне не отдавал дерби. Я не знаю, кому отдал. Камушки возьмите. Да, блять, опять бракован. Не берущий с сложной стороны. О, взял. Все, все, Сами все. Сами в бордоку. Бэдлоу. Боря. Боря готов. Поехали, господа. Сюда, в меточку все. Так, стоп, стоп, секунду. Мека-то, блядь, готова. Что? У меня в хилботе местами меняются люди. Скотека. Так, я быстренько релок. Что опять они сделали? Не знаю, Фунда, Боря, Долоран, поставьте, пожалуйста, портал. Войд тут. Ага. Войд залетает. Почему вы не хотите Вилгевила взять? А Макса одеть в танка, чтобы он половил сферы. Роме же 3 не нужна отсюда. Макс тоже кричит. А, ну и ладно. Макрос тебе пишет. Так. Какие именно взрывать? Если Мурдоки, у Мурдоки задержка 3К. Боря, блядь, релога все, что можно, теперь мне нужен на Соляре. Слава, смотри. Позиционка. 3 тигеля. Тот тигель, у которого мы стоим. Суммоните сначала, пожалуйста. Если есть кто-то пожирнее, я бы на боссе постоял. Нет, там не надо быть пожирнее. Какой могу. Левый, правый? Сейчас тебе объясню. Смотри, мы начинаем с левого тигеля, то есть левый шар тебя не трогает. Кто первый взрывает? Гуннер же первый будет взрывать, правильно? В смысле первый, если да, я взрываю. А, ты бегать будешь? Ну. Ну хорошо, значит тогда просто... Смотри, Слав, стоишь у тигеля, у которого стоим мы. Допустим, если брать вот этот тигель, то у
вот здесь вот. И впитываешь здесь появляющуюся сферу. Впитал. Если нужно танком сбрасывать агро, они просят чарж. Паша там занят, ты можешь чаржнуться. Скинуть агро и все. Переходим на следующий тигель, ты также становишься, на следующем впитываешь. Это самая упрощенная версия взрывания. Чем мы долго так пытаемся объяснить? А второй фазе где босс стоит? Босса будут водить вот от этого тигеля, начиная, и пошли по часовой стрелке. Ты взрываешь. Ты взрываешь эту сферу, которую уже босс переправляется. То есть здесь первую, там дальше вторую, и там третью. На последний возле той третьей буду только взрывать, и все, да? Да. Поехали. Лапку было бы неплохо, и пистобаб. Тань туда и стой там уже, и пистобаб. Шамма зреет там. Назад шаг сделайте. В таком сверка. Вот сюда вот внутри. Видишь, где вот сюда? И жди, пока ее взорвут. Сфера, если она на вас, не должна идти через рейд. Ни при каких условиях. Ни через мили-зону, ни через РДД-зону. Идет она всегда на вас. Вынести опять. Мили-зоне сфера. На танке и я следующий танчу. Сейчас взорву. Следите за агро, господа. Чтобы на маги. Метка для кого, блядь, стоит? Метка за квадрат мы следуем. Да-да-да, Вой, ты пошел уже на следующую. Верхний пост не поворачивается. Настя, дай пристопал. Приходим за меточкой, все вместе аккуратно, дружно не разбегаясь. Вынесли сверки. Теперь сместите сюда немножко. Готовьте за хил сразу фул ребафу послопать. Датка в пиху, ему было бы неплохо.
Я не понял, дисконнект или что? Ты горишь? Да не, я вроде. Церковь на регионе вынесла. Лёву будем поднимать? Исключительно на Тигеля, может. Так, Тигель Мелизона уйдет. Паша распал, понятно. Подходим. Дайте диван. А что такое? Да у меня пинг поднялся до 3005 сразу. Там облегать надо по рейду. 2 секунды. Так, Паш, подключай VPN или что и как. Нормально уже, бля, ну что-то пролагало еще. Вот эти шипы у всех. Давай вперед. Огненные такие. Рыбка стоит. Там, например, Сальва туда заходит, она заходит, говорят, из стака. И сорвать не могу. А, значит, куда она взорвать? Так, ты чаршится у него можно было, чтобы сбить огром. А он сейчас опять забагался? Да. Там у паладинов есть два спасения. Да ладно. 4 паладина. Паш, есть инфа, почему он багается? Куда его, блядь, поставить? Я уже его к Тигелю подвел. Он багается вот здесь под этим Тигелем. 5 чек. В этой зоне, да. Его когда проводится, он или останавливается. Там раз на раз, я не знаю, как. Смотри, его просто когда ведете, получается вести не туда, к внешнему кругу, а сюда ближе к внутреннему. А, окей. То есть вот сюда, вот сюда, да? Да, то есть когда проводишь его просто с одного тигеля, переводишь на другой тигель, ведите его не вот здесь. Видишь, где я сейчас бегаю? Да, это часть, а сюда ближе, и он не будет. Сейчас, то есть, секунду, мне нужно дис вырубить, я не могу, это 2 FPS. Давай. Пашкин, настрой там, чтобы все было нормально. Такое себе. Че настроить? Я умер. Сейчас вроде норм. Или мы можем пих успехнуть, если там консерва стоит с тонной стаков, блять. Так пихов хилия. Ну, пих успехнуть в Элима, меня спекнул хила, и я буду ему хотя бы крылья, блять, закидывать. И раз у нас такая проблема с сальвами, блять, и чаршами. Что сделаем? Там очень много крита не хватило, чтобы на фанатизм, поднять. Я думаю, крылья не спасут. Ну, потому что, наверное, фаната было... Сколько там напулок у него было станов? Давай посмотрим. Напулок были станы. Так, ну, тут. Лопатки сейчас крубают все. Проблема еще в том, когда он багается, чаржится, но она по-нормальному не получается. Приходится за сферами все время бегать. Так, Дедайч. Бэтвольчик. 300 баф просит. Лопаткин готов? Поехали.
Вынесли сверки. Вынесли сверки. Под боссом. Монород Бэр по бэтлолу. Только отойди от рейда. Готовься за счет по бэтлолу и флой ребал сразу. Космо под стопнем. Космо урон. Следите, пожалуйста, здесь за агро, господа. Так, понятно, космо. А где технология? Потому что загоняю его, космо Долоран. А что меня убило? Тяжкий удар. Босс к нам лицом стоит, лих. Или как у него это называется? Где там Андрес? Заходить мне? Да. Сейчас. Чё, встаю? Маска, да, поэтому все встаем и все заходим. Надо разойдешься, конечно, не знаю. Тася, можно с бэтлола главного танка убрать? На мне нету танка. Уверен, что у тебя все в порядке? Ну, мне показан главный танк бэтлол. Я просил, ну, поставить и убрать. Я думал, у меня отлагается хилбот, но у меня только полностью перезапустить вов и кэш почистить помогло. Там, я не знаю. Но, походу, придется новый хилбот искать. Да, понимаю, хилбот. Ты выкачиваешь по новую динамичную работу. Только тебе обязательно нужно чистить, особенно за стаки на соляре. Так что не волнуйся. Рыбку оставить в центре. Блэкбери поднимаем. Век встаем. Нет, Тимур, какие жестокие меры только я могу применять. Веру без команды вообще в рейдах вы не отдаете. Тем более, если не знаете, когда она дается. Даем рибах.
дерьмо, то ли. Тестирую. Возможно, это из-за донов каких-то. У меня полетел хилбот. Давай, заходи. Вырубим окросячую стрелку, попробуй. Ну, хотя у меня нормально все. Не, у меня они... Я был в рейде с макросовским этим. И все нормально было. У меня вот только чисто после Алара вот ошибка выскочила и понят... Очень долго тянем, блядь. Кто еще с замены вылетел? Пропустил, ну это вспомнил. Короче, похуй. Кого надо было, я записал, а кто ничего не предупреждал, не мои проблемы. Да, Фанат, похоже, ты один. Почему я не вижу? О, вот все, по лопату вижу. Фанатов не вижу даже в агролисте. Поднимайте фанаты потихоньку. Повесьте лапу, я не бью. Блять, просто два дебафа стал мивен и вылетел нахуй. Готовимся под зарядку. Переходим. Привет, аккуратно перед мордой не бегайте. Даш, крест есть? Сразу захил Энер по уминке. Дима, протащи его на себя, пожалуйста, и доверни в левую лапу его. Да-да, и сфера. Рейд по метке. Банка без дис, если что. Не вижу. Фаната
Переходим аккуратно. Аккуратно перед мордой не бегать. Сверху. Куки сверки. Йова стоим. По возможности смиренно поднять. Под взрыв не встань сейчас. И нахуй сразу. Из танков, у кого будет возможность, дайте по уменьке БР. Честно, бас лопату, да, на пол? Гимна нет, говорю сразу. Да. Настя, гимн есть? Сдал. Она сдала. Аза переводим. Сколько там двух тайма? Надо Лёву по агру поднять. Полк стань ближе, зацепить. Взрывом, если со сферой зацепить. Если зубы есть, можете кого-то отдать. Гуннера, Гуннера держим. Килы практически сухие. Паш, сколько до гимна? Две. Инера у кого не закадешим, в пиху один. Или в талию лучше. А шаман упал с кимбал, дайте. Подъехал нормально. Всяко не уроните. Всяко можно сальво. Что по гель? На 27. Выносим. Паш, есть гим? 48 секунд. Даем геру. Я потом выйду, он только я полный стану. Хорошо. Буду становиться.
Она въехала. Ставь пик. Мне, пожалуйста, выдвигайте. Нужно было не поднимать его. Кое. Коки всякую прикосновение. Захил. Сразу трэшек. Ну конечно, еще один. Так, Лера. Сама будешь начитать? Да. Вы же по ошибке там начислили и не хотели за этого начислять. Нет, я про ГП, типа это не будет начисляться. Разве в смысле? Я, кстати, еще один релок у меня опять забагался. Ты забираешь поясок, бедлол? Он его забирал уже. Не? Так я забирал прошлый. Там на успех кому-нибудь отдать. Подождать до келя. Да я до келя подожду. Сука. Мне оставаться? Да. Пиха, ты будешь ролить? Не будешь ролить? Не, я хочу плащик, что-нибудь такое. Так, это, конечно, все охуенно, у нас перебивал сходный соляром. А, ты уже отдала, да? Ну, отдала, значит, отдала. Сейчас кири заберу. Так, Рата, Даларан, Мурлок залетает. О, пам-пам-пам. Тайский Хелест вот. Ты хочешь? Не, давай мы пойдем как белые люди. Ты, во-первых, будешь косты сбивать. А, ты на 40 кикал, я зря, да зачем ты его кикал? Ну, мне не влазило, а с этого кикал. Меня не влазило космо, куда перекинуть. Там кто-то еще один. Ну, вот так. На запуске не хватает. Боря, Мурдоку, расскажи мне для начала, как ты себя чувствуешь? Что плохо? Ну, потому что он курит, ну да. Значит, Войт сегодня будет веселиться. Войт, ты был вообще на соляре? Представляешь, что там происходит? Войт? Да, был. Слышно меня? Да, слышно. Надо же усилки, да, перебить. Да, усилки давайте обратно. Сколько чего будет брать? А, как обычно, нормальное количество всего. 5. То есть мы с сопротом будем? Угу. Так, что я еще хочу сделать?
и разберу пока что Даларан. Блядь, Ники вообще пиздец, не выговоришь. Их отвалим минус битве карты. Просто Кирс. Просто Кирс, да, пока Даларан. Лилу смоним. Димка, ты тут? Фанатизм, кинь меня с Альвисер. Ага. Понял. Я во время боя прописывал в Tell Me When и думал, что оно не работало, а там встречу ее просто не... Тыкните на шкаф. Лера, давай, обновляй. А это долго будет? Ну, как раз пока трэш почистим. Так, Вендетка пока дал ран, Сильва в рейд. Нет, тогда пока на трэш хила переоденусь. Обновляется. Да, она потому что обновляется, у меня там какая-то херня с джагами. Портал тыкнули тем, кого в Даларан отправляют? Порталы сами улетели уже. Хотел хосту, по-моему, переодеть. Ну, Полка, пошел спек привязать. Полка, ты, пожалуйста, в этого откидывателя суперспек. Чего? Это я Полке. Так, да, далеко не убегаем, потому что на Кире будем переслапывать опять тех, у кого закрыт. Вот пару тел отправить. Надо будет кто закрыть, чтобы всех было. Ты думаешь, для ЗС понадобится ачивка? Что-то мне подсказывает, что да, вторая ката и ачива. Ну, вторая ката точно, то, что Дизурон писал. В последний раз с третьей до... А вот по поводу ачивы хз. Ну, быть такого не может. Да нет, третья ката надо быть. Врезгер РСХМ требовался. Это пред-пред-патч. При выходе ОКГР была именно вторая категория нужно было. Потом паныли, он до третьей снизил. Но в ЗС уже такого не будет. Он вроде бы говорил, что на ЗС может быть и останется, а на Хибял уже поменяет. Я слышал, да, что будет третья ката тоже на ЗС. А я слышал, что ДХ в среду. Еще будет вторая ката на Хибял. Так, ладно, короче, немножко пересвапаем опять. Там. Войт, давай-ка ты в Даларан, суммоним Хамсея и Макрос в танка. А то сейчас опять будем без ПК страдать. Давайте быстрее, пожалуйста. Полка, дай полка. 11-го мы, блядь, еще даже трэш не почистили. Ладно, так выбегу с места. Какие пол 11-го? Ладно, пол 10-го уговорю. Хамсей не принимаю пока еще. Ну, было бы неплохо к 12 закончить, учитывая полчасовой бой с Келем. В общем-то, да.
Тимур, по-моему, это заманул. Никто не бьет. А ты чё это вернулся в диск? Ну, мне только на роботе нужно. На роботе в нулину все под. Там вообще пиздец с FPS-ом происходит, я не знаю, когда они это сделают. Спасите! Дайте хоть фаер-ауру. Пускай лучше уже не трогают. А то нормально пофиксили. В смысле пофиксили? Они его сделали, блядь. А что там опять? Да не. Я в плане того, что когда багалась этот баба, они же убрали, ну, пофиксили это, и из-за этого другие инсты вообще сломались. Нас завезут по МКшным людям ветерки или чё, как, блядь? Ты у нас в Родиса выйдешь? Нету. Правильно. Подождите, дальше не будет пока. Так, а чего бой? Группу вот поставь. 5 пор. Кто там где-то кого-то пулит? То есть нету боя? То есть нету. Ну, на... Там... боешка. Подождите. Присмонит. Сельву. Тут. Ксюша тоже тут. Тася, а с чего ты решил, что я запал по приору не сделал? Я тебя спрашиваю. Ну ты пишешь, вроде нет. А нет, собираешь. Все, тогда сидим. А что за запал? Копи чечаги тебе нужны, что ли? Че, серьезно? Скелли, который 290 вроде. Не, да? А, с чем? Скелли, да. 84-й топ. Что за зап? РФБ, скорее всего. А, нет, это не скелли. Блядь, а вот он. Столеры. Блядь. Вообще, да. Ролим. О, вот нахуй был нужен был. ГБ бы забрала и все. Это пускай ролит. Это легкие 200 голды. Это не 200, между прочим. Воронку еще ладно. Поджал нормально. Что, я что-то солю, блять. А, подожди, у меня тоже 98. Можешь ждать у Дерби. Я тебе отдам, чтобы не тратить голду на выставление этого говна на аукцион. Короче, он не продастся. Я продавал такие. Забирай, проделай. Да, забирай. До конца поживешь. Тебе 900? Да. Не, тогда пошли перераливать. Ну давай ролить, 28. Все, свободен. В евреи. Я все равно в ГБ положу. Паш продался. Ты к нему. Умолчал. 900, алло. Рыжая, дай ГБ. У меня этот, КДшка. Так, ну дерево не поставит по-любому ГБ. Вот, вот, а, вон, все, есть, спасибо.
Ну так как замутить второй рейд, попробовать, может, мы оставим какого-нибудь робота. Я уже говорил, что на второй рейд нужно минимум, да? 5 танков нормальных. Ну, хотя бы 3 нормальных говнобосса. 3 нормальных и 2 каких-нибудь из чего-нибудь из говна и пара слепленных, чтобы сверки подрывать. Силы нужны сильные, это да. Ну да, я знаю, что есть еще танк. С хилами, конечно, да. Время собрать не про товара. Ты армия, у меня... Если вам нужен танк. Хорошо, что аршамов в гильдии хватает, мне не нужно моего одевать. Ну типа, Тась, одна фигня. У меня до 4 кусков одна шматка, но танков у нас хватает. Лёва, слушай, а нам что-то там варом представим соки какие-то, ой, токены какие-то другие сделать. Чего? Кого убрали? Кого убрали? Шикать теперь с магом, хантом и локом. Вовремя, блять, спасибо на... Ну, извиняюсь. Да, актуально. Слышь, то, в принципе, если так посмотреть... А что у нас туда хапала не будет. Паша есть? Как можно загнать. Если мне дособерут хапала, то как бы... Ну. Я только начал собирать, и тут полик возвращается. О, ну тайдрима есть. Дима есть еще медвед. Вот есть медвед. Сейчас контролем, когда, блядь. Пусть даже много, толку мало. У нас люди падают. Не? Полик будет на КДшине. Проблема в том, что на Керри надо три. Ой, да, желательно прихопа. Нет, там на Керри вообще можно даже не думать. Это вот этот второй, это так вам. Народ, который просто, когда будет пройти. Ну, закрываем все обычные РТ на этой неделе, посмотрим, что у нас останется. Понизу, не знаю, что у нас. А вы там как хотите делать, по приору или по ролу? По какому нахуй ролу, Саша? Ты должен. Я не знаю, как... Саню жалко. Тебе понравилось? Типа второй рейд, нахуй, без локов. Вообще лок. Вулкана. Ну, один лок, хорошо. Ну так ты сейчас тоже один был. Ну а магов. Ну блядь. Ну топовая рейва, если что. У нас два вон топовых этих гайдодела. Покемоны идут. МКасы. Можно под эту контрасту. Сники подписать под эту каторгу. Я боюсь за его нервную систему. Он и так этих двух покемонов в каждой РТ обычек видит. Нет, у которых усяки есть. Хороший маг. Ой, сейчас вам будет куст. После первых удалю, нет. Я уже на нем контролил. Хуел немножко, но контролил. Эти конченые вары. Что такое, крик не слили? И это тоже. Каждая МК меня убивает. Ну хорошо, я хилю, мне норм. А если бы мы присамонили смиренную, еще проще было бы хилить. У меня КД на респиха. Так, Лера, все обновила? А что у нас комбат вообще? Где-то под текстами какой-то говно? Комбат будет вешаться из-за ваших ход. Потому что разные хилы выходят из комбата в разное время. Так, все разрушил. Фига, я заебали. Тась, я отошел на минуту. Давай. Я очень горячий рейд.
Почему у вас лопат так много букв в одно предложение вставляет? Потому что могу. Это новое слово. Пан? Так, Пих, это на 5 костов. Маг Радстанка, маг, скорее всего, будет забирать сразу переродившегося на себя. Так, а фанатизм на боссе. Ты в танке, забираешь на себя, переродишься, а ты так на танк. Ты новенькая. Угу. Забираешь и раскладываешь их тут в стопочку. Красиво их раскладывать, блядь. Не бьёт. Так а чё, ну пусть тогда встанет на босса на первую фазу. Потом поменяемся. Думаешь? Да ну, это будет меняться опять такое. Потом там хуйня с алкоголем. Какая разница, какая получится? Я поспорил. Тыкнется. Так, пати раскидывать. Можно это типа качай налить? Угу. А, Бэдлол, какая на тебе метка стояла? Трусы или еще что? Иди сюда, давай. Так, все тут? 5 милишников, Андрос, опять бегаешь ты дома сюда. Паши нету. Так, расползлись, пожалуйста, меточки по кругу, встаньте, я сейчас буду назначать, кто какой мет. Стоп, я не вижу четвертый. Так, ко мне уходит Лилу, ко мне уходит Тихо, ко мне уходит Сильва. Не раскидала еще? Я раскидываю, это посмотрим. Так, две совы и Тихо, все, у нас четверо. К Паше уходит Сукубик, к Паше уходит Волк, к Паше уходит Акнология и Злой Мурлок. К Вексу уходит Куки. Что до хера? К Вексу уходит Куки, к Вексу уходит Блэкбери. Что у нас еще будет без дела? Какая вам разница, что мне тут бегают?
От мелодии, давай ты тоже будешь Клексу. Кто не понял, с кем? А, Лер, ты с Бэдлолом. Из хилов только Блэкбери будет отходить. Так, вроде бы все. Я поняли, кто куда на карту подходит? Господа, не плакайте, пожалуйста, спите. Моноротик, вы там в Нелизоне, чилите все вместе на касте ужаса на второй шаг. Прижались друг к дружке, поднялись и чилите. Ару, поставь, пожалуйста. Да, и рыбка, кусаем рыбку, господа, кто тоненький, сопрот на себя. И кто тоненький, а вообще сопрот на себя. Ну, смотрите, у нас такое себе. Ну, расскажите по танкам, Тася. Так, по танкам у нас... Макрос, ты хочешь идти на босса? Или ты лучше подбираешь? Босса. Так, на первой фазе тогда. Давайте Макрос, фанатизм уходит на босса. Первая фаза. Всяко будет забирать у себя переродившихся. Гуннер на одном, Лопата на втором. На второй фазе всяко уходит на босса, становится первым. Фаза начинается на 30%. Напоминаю, стаки не ловить ни в коем случае. Если у вас идет луч, отбежали, можете пробежать сквозь босса, отойти в сторону, подождать, пока слетит. Это раз, два, гнев выносим. Если видите, что у нас все неповоротливые, не успели где-то вынести, можете просто ставить с краю рейд. Тело 2 релогайся. Нажмите, пожалуйста, на сумон, шкаф исчез. Мурлок, СС... Пока не даем, короче. Скорее всего, ты будешь на Сака заливать, но уже на второй фазе. На первой, скорее всего, по Слопату будем перерождать. Спасибо, Паш, ты меня обрадовал. Боря, на этого надо будет, на теле. Жирлок, кушать. Всяка, переодевайся. Всяка, одна минутка, Фука. Рождённый пар. Волка, нужно бить босса и нужно бить ада. Так, сбитие коста пиха на тебе, ты с Гуннером чилишь. Настя, диспел. Не забывайте, пожалуйста, точно пихи снимать. Волка развлекается с босс-лопатой. Очередность, пожалуйста, на второй фазе. Эма. Первый и тем второй. Все, вижу волк. На третий, четвертый священка хуйно зайдет. Особенно на третий. На второй фазе РТД по приоритету закрываем первыми лучи. Закрываем лучи, цепляем на себя стаков по 9. Если видите, что кто-то стоит на луче, не надо бегать, становится перед ним. На касте уже со скверна заходим, расходимся по меточкам. Выжимаем все свои сейвы, которые есть. Котики, это ваш сейв. Сейв, Паш. А есть у кого-нибудь бухло? Бля, тебе лишь бы выпить в рейде. Ну, у меня двушка стоит в холодильнике. Я, конечно, понимаю, что, блядь, у вас 11 человек без саппорта, и у вас там ничего не тикает, не ёкает, не ёбаный в рот. Может, мы ускоряться будем?
Что у нас по поводу сопроты, кстати, господа? Я сейчас начинаю прощелкивать. Кого нету, ко мне обмен. Это как бы мне надо. Сколько, блядь, ты пойдешь нахуй на замену? Каждая РК. Ты когда банки начнешь с собой носить? Так не ТГБ. Так, а ты сонешь как бур готов? Готов. Так. Супербомжику отдам банку. Так, все, все остальные там банками. Мильха ставит? Макрос софт-листит. Макрос софт-листит. Запускаем, поехали.